Добрый день. Сегодня моя притча будет называться «Ведро с яблоками». Жил-был на свете человек, хороший человек. Вот как-то повезло ему, и он смог купить себе хороший, добротный дом с участком, насадил там различных фруктовых деревьев, яблони. Живет себе и радуется. А по соседству, в кривеньком, плохоньком домике, жил другой человек, сосед. Человек не очень хороший, злобный, завистливый. И вот он смотрит на счастливую жизнь своего соседа и то гадость какую-нибудь сделает, то помоев подбросит на крыльцо. И вот наш хороший, светлый человек просыпается однажды утром, выходит на крыльцо, а перед ним ведро с помоями. Ну, взял человек это ведро, помои вылил, ведро почистил до блеска и набрал в него самых лучших, отборных, красивых, спелых, вкуснейших яблок и пошел к соседу. А тот сидит, притаился, дожидается, слышит шаги. Ага, думает, ну наконец-то сейчас скандальчик устроим. Открывает дверь, а там человек протягивает ему ведро, полное спелых, красивых, вкуснейших яблок. Протягивает и говорит: возьми. Кто чем живет, тот тем и делится. Вот такая притча.